гусарский тост, потому что гусары всегда, конечно же, пьют стоя. Прекрасных дам. Ну, стоя, конечно, гусары стоя, дамы до дна. Итак, настоящий гусарский тост. Теперь звучат ваши глаза. Когда рубил вино, горят хрустальные бокалы, и за приятельским столом бутылок выпито немало. Мы все добры, как никогда, и наши женщины прекрасны, и произносится тогда наш неизменный тост гусарский за наших дам, за наших дам, за наших дам.